Иногда, уважаемые телезрители, наступает в жизни человека такой момент, когда хочется, очень хочется вернуться в детство, но, к сожалению, время вспять не повернешь. Но мне сегодня выпала уникальная возможность все-таки побывать в детском саду, правда, в роли воспитателя. Меня уже ждут в группе номер 8 под названием «Мечта». Ну что ж, идемте знакомиться. Родители приводят деток в группу, и день воспитателя начинается. Сразу следует спросить у ребенка, как он себя чувствует и в каком пребывает настроении. Ну а потом всем вместе, дружно и весело встречать новый день. Очень важно соблюдать режим. Завтрак, зарядка, занятия, тихий час и прогулка. Успеха можно добиться в том случае, если ребенка заинтересовать. Вот тогда все усилия не зря. В первую очередь должен любить детей, это самое главное. Ну и иметь терпение, ведь в течение всего дня мы находимся среди детей и должны Эта профессия... Она очень сложна тем, что воспитатель, он должен подобрать каждому ребенку индивидуальный подход. В каждом ребенке он должен открыть ту личность, благодаря которой ребенок дальше войдет в взрослую жизнь. Ведь большинство времени дети, они проводят в детском саду. Атмосфера в группе, на первый взгляд, хаотичная. Все гремят, шумят, что-то вытворяют. Ничего не поделать, это дети. Тем более на дворе лето, значит, наступила пора развлечений и многочисленных игр, как подвижных, так и развивающих. Я попросила взять стульчики! Максимка! После того, как с детками провели беседу на тему «Какое сейчас время года», выяснили, что изображено на картинках, наступило время собираться на улицу. Свежий воздух – это обязательно. Я не взяла! Да я! Мама, вы сейчас сломаете! Собраны. Прошло непонятное количество времени, мы наконец-таки одели всех детей, мы готовы идти на улицу на прогулку. Максим, ты готов себя вести хорошо? Да. Молодец, вот так, все дети молодцы, все дети. Лизонька меня тоже берет за руку. Ура, мы выбрались на свежий воздух, и сейчас время понаблюдать за природой. Дети постоянно задают какие-то вопросы, отвечать на которые воспитателю обязательно. И для разнообразия следует провести физминутку. Это все, это детский сад. Так, аккуратно, не путаемся. Так, остановились, построились в один строй, в одну линию. В саду малыши проводят целый день, и воспитатель должен так распределить это время, чтобы все важное успеть и ничего не забыть. Я очень люблю свою работу. Мне нравится, когда дети приходят в позитивном настрое. Я им дарю улыбку, и они мне дарят в ответ улыбку. Мне нравится, что каждый день они открывают для себя что-то новое, и я им помогаю в этом. Мне нравится, что рисуя какой-либо рисунок, у них это получается. Собирая пазлы, они могут с легкостью собрать ту или иную картинку, и в этом тоже есть моя помощь. Мне нравится, когда они засыпают и спят все, когда они с аппетитом кушают, если это пустые тарелки, даже если это будет нелюбимая каша. Ну а после обеда положено отдыхать, знаменитый тихий час. Когда утихомирить и уложить детей трудно, на помощь приходит сказка. Братья уже были дома и встретили его с большой радостью. С тех пор дровосек с женой и детьми жили хорошо, не зная ни нужды, ни горя. Дети наконец-таки уснули, день был очень насыщенным. Я поняла, что работа воспитателя безумно ответственная и сложная. Но так как это работа с детьми, она самая прекрасная.
Вот так.